Казахстане, жители города Нур-Султана, засняли на видео обрушившуюся тротуарную плитку на одной из улиц города. Не, вы с какой целью это делаете? Не надо, сейчас свалитесь! Зачем? Стойте здесь лучше! Как выяснилось, причина такого обвала – провал канализационного коллектора. Сообщается, что пострадавших нет, идут работы по восстановлению покрытия. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.